Ежегодная просветительская акция «Диктант Победы» состоится 29 апреля. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий. Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет уже в третий раз. Акцию организуют партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В прошлом году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.